Всем привет, друзья! Мы продолжаем прохождение игры Мафия 2. И вот сейчас мы будем штурмовать здание, где нам нужно взять талоны на бензин. Это очень важно, ну, по крайней мере, в те годы, в которых мы сейчас находимся. Так, пробел, чтобы перелезть через препятствие. Давай, Вито, покажи, какой ты крутой. Только в колючку не сядь! Где еще штаны такие хорошие найдешь? Это было просто. И вот как раз сохранение. Так. Так, пригнуться и двигаться скрытно. Угу. Так, ладно. Сейчас действуем как можно аккуратнее. Тут есть два развития сюжета. То есть, если мы выполним аккуратно, у нас не будет никаких проблем. То есть, абсолютно. Но в том случае, если мы привлечем к себе внимание, у нас будет очень много проблем. Так, ага. Так, нужно еще понять, где именно эти охранники ходят. Их можно вырубать, но ни в коем случае не убивать. Не привлекать внимание к своей персоне. И это, собственно, самое главное. Так. Пробираем. Нам нужно выше. Понятно. Так. Вроде тот охранник спит или читает журнал. Так что нам не хватит. Тихо. Только я думаю, что он спускаться вниз не будет и он нас не заметит. Так, пока все неплохо. Так, аккуратненько, все в порядке. Так, я все-таки надеюсь очень. Так, я все-таки надеюсь на то, что он живой, потому что если мы его убили, то это будет, ну, не очень хорошо, мы не получим полную выручку. Так, ладно. По крайней мере, иного способа я не видел, чтобы с ним расправиться, но нужно сюда попасть. Так, по-моему, журнал. Да, замечательно, еще один журнал, третий. И, кстати говоря, около журналов игра сохраняется. Вот это вот главный плюс, пожалуй, что. Поэтому их нужно собирать. К сожалению, я не все собрал, потому что я в самом начале пропустил так, парочку. Вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Это туалет женский. Ты что-то перепутал, Вита? Ух ты, звучит здорово. Ты покупать не будешь? Так, взять ключ. А, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Отлично, игра сохранилась повторно. Так что... Тихо. Кому-то что-то померещилось. Так, вот у нас шкала. Если шкала полностью закрасится голубым цветом, то значит нас засекли и у нас будет полностью полные штаны проблем. Нам ни в коем случае это делать не нужно. И поэтому мы аккуратненько пробираемся. Не нужно еще забывать, что у нас максимальная несложность, поэтому проблемы будут просто колоссальные. Так. Идем как раз по маркеру. Так. Я немножко не понял, где находится этот сейф. Так, ладно, сейчас будем импровизировать, я потому что не помню, где находится этот сейф. Я очень давно играл, и поэтому я прошу меня извинить. И такое получается скорее летсплей, нежели полноценное прохождение, потому что я, увы, но не настолько опытен, как, возможно, многие из вас. Поэтому я, естественно, буду делать какие-то ошибки.
управлять. Управлять человечком на экране. Он бегал туда-сюда, водил машину. Опа. Может, даже стрелял в кого-нибудь. We can do it. Ты что, клея нанюхался? Как это вообще возможно? Ну, над этим я еще не думал. Романтики разговаривают. Можно сделать такую себе коробку с кнопками, чтобы управлять человечком. То есть одна кнопка, чтобы идти, другая, чтобы стрелять. Еще одна, чтобы... и это твоя великая идея, да? Звучит забавно, но такого никогда не будет. Да ну, уверен. Все в порядке. Ну подумаешь, просто человек переработал, отрубился, ну всякое бывает. Это не повод шуметь, звать на помощь. Все нормально. Никто ничего не видел. Мило беседовали, потом человек отдохнуть решил. Так, стоп, нет. Бросаем тело. Да что ж такое, ты мне можешь дверь-то открыть. Ладно, женский туалет, думаю, что женщин тут в это время нет среди персонала, и поэтому можно сюда его спрятать. Я очень надеюсь на то, что мы все-таки получим полную выручку, даже несмотря на то, что мы вырубили двух охранников, но они нам реально очень сильно мешались, поэтому так вот я поступил. Хотя... я уверен в том, что тут можно было еще чище пройти. То есть вообще без сучка и задоринки. Ну уж, как вышло, так вышло, ребят. Так, прислушиваемся к каждому шороху. Было бы неплохо обыскать все эти, может быть, тут какие-нибудь пасхалки есть. Я очень сомневаюсь в том, что тут есть еще какой-то журнал. Ничегошеньки нет. Поэтому мы продвигаемся дальше. Я реально запутался. Ага, все. Отлично. Вот дверь, она подсветилась. Стало быть, взломать дверной замок. Так, закроем дверь и начнем. И вот так. Проще простого. Так. Сигнализация. Угу. Так, давай, дружище, аккуратно открывай сейф. Забирай все, что тут есть. Талоны. Хотя нам нужны, в принципе, только талоны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Почему? Опа, какого хрена? Я же не светился даже. О, вообще проблема. Конкретно. Полиция, фаерплей, мы окружены. Выходите с поднятыми руками. Сдавайтесь немедленно, или мы откроем огонь. Так, ладно. Стой, отцепись ты. Не, стой, я не понимаю, как вообще отцепиться. Ой, вообще проблема. Так. Кто-нибудь еще хочет получить пулю? Да, стрелим, конечно, серьезно. Еще я не знаю даже, как отклеиться от вообще вот от этого препятствия. Вроде уже и делано многократно, но что-то как-то. Да видовый, вон конец. Так, ладно.
Так, Гвида, не бойся, патронов у нас много. Не самая лучшая идея. Отлично! Вот что мне нравится в этой игре, на максимальном уровне сложности, можно убивать с одного патрона. Это классно. Так. У вас какие пушки тут, а? Ага, у них тоже. Вот ты. Так. Ага, нам нужно уйти через черный ход, потому что через парадную мы не пройдем никак, там машины. Так. Ладно, ладно, стреляли мы по полной программе, убили столько полицейских, и поэтому в полной заднице находимся. Но я, честно, не знаю, как сделать так, чтобы не бежали ни за нами, не поднималась тревога. Если кто знает, то отпишитесь, я, возможно, сделаю повторное прохождение, но уже более стелсово, более сейвово. Тут можно, в принципе, бежать. Я не думаю, что полицейские настолько американские умные, что могут предугадать мой шаг. Так. Стоп, я бежал. Я бежал и вернулся обратно, что ли? С ума сойти. Так, так, так. Что у нас тут? А что у нас тут, а? Понятно. Так. Угу. Странно. Куда-то мы забежали, непонятно куда. Ага, все, я понял. Так, смотрим по сторонам. Плевать на то, что полицейские за нами гонятся. Мы ищем журнальчик Playboy, что позволит нам сохраниться здесь. Так. Отлично. Мы почти выбрались. Так, так, так. Главное, без паники, Вита, все у тебя получится обязательно. Только перелезь, пожалуйста, и не порви штаны. Я тебе очень прошу, они нам еще пригодятся. Так, аккуратно, все нормально. Так, возвращайся в бар Фредди. Так, все, игра сохранена. Фух, мы это сделали, друзья. Так. Угу. Бомж, что наш, ты же меня не сдашь, да? На, все хорошо, какой прекрасный вечер. Так, где моя машина? Так, видимо, про мою машину можно забыть. Ладно, хрен с ней. Мы найдем обязательно какую-нибудь другую. Хотя, где же мы найдем такую хорошую машину, которая у нас была? Одни развалюхи катаются по этим городам. Ну ладно, ладно. Сейчас мы первую попавшуюся откроем. Доедем до бара. Скажем, что мы все сделали. Ну, не слишком чисто. Не бывает. Главное, выжили. Так. Ладно, я думаю, подойдет. Главное, чтобы нас дьявол не засекли полицейские. Ай-яй-яй-яй-яй. Моя оплошность. Ух ты! Это неприятно. Да что ж ты будешь делать? Да, сколько же я косяков делаю в этой серии? Ну ничего страшного, мы все-таки ее открыли. И теперь эта машина наша. Так. Отлично. Теперь едем, собственно, до бара и говорим, что все талоны у нас. И мы надеемся, что станем уже более уважаемым человеком, потому что они поймут, что Витто Скалетто ничего не боится, он настоящий мужик и готов на любые подвиги за большие деньги. Так, эту машину можно не щадить, в принципе, мы можем найти такую на каждой улице практически. Так, эту машину жалко, но... Увы, ее мы уже никогда
не увидим. Так. Ну что, вот мы и на месте. Так, нас тут уже ждут. Ну, и как успехи? Ну, все пошло не по плану. Я ничего не мог поделать. Мы договорились, да? Если будет пальба, ты получишь только треть. Хорошо. О, черт. Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи, их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да. Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. Да, все пошло не по плану. Теперь у нас ограниченное количество времени на то, чтобы развести огромное количество этих талонов по всем заправкам города. Ну ладно, ладно. Блин, как бы мне сейчас не помешала та машина, которая у нас была раньше. Ну ладно, ладно. Можно, в принципе, на этом говнеце тоже что-нибудь такое хорошее сделать. Так, ладно, сейчас будем смотреть, какие заправки находятся ближе всего. И начнем наше шествие. Это не очень интересная миссия, чем напоминает первую миссию в оригинальной игре. Первой части. Но тут немножко все-таки более динамично они проходят. Нет, тут нельзя, да? Так, ладно. Ну и где? Ах ты ж, блин. Столько времени потерял. Эй, хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Так, отлично. Следующий у нас вот будет пускай там. Да, я что-то очень переживаю, что нам не хватит времени, но все-таки нужно верить в лучшее, в хорошее. И поэтому едем. Так, плевать на полицейских. Хотя не плевать, кого я обманываю, это... Они нам очень могут плохо сделать. Ну, в принципе, по большому счету, мы не можем объехать не все заправки. То есть, чем больше мы объедем заправки, тем больше мы получим денег. Это не значит, что мы все заправки города должны объезжать. Это я все-таки на это надеюсь. Потому что это было бы очень печально, очень скучно, очень уныло и очень грустно проходить по... Сто раз не тоже. Эй, хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Да что же вы такие братья-близнецы? У вас даже... Конечно. Все заучено. Меня устраивает. Ага. То есть нам нужно 6 заправок посетить. Ох, не хватит нам времени, я чую. Ну ладно, ладно. Без паники, до полуночи еще есть время, и поэтому жмем на педаль в пол просто. Так, вы ничего не видели? Это тоже вы ничего не видели? Так, разгоняемся. Все у нас будет хорошо, обязательно мы выполним это задание с первого раза. У нас не останется больше выбора. Ох, как она плохо поворачивает на скорости. Так, почти. Уже практически половину мы сделали, и времени еще предостаточно, в принципе. А я паниковал прямо. Раньше времени. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. Так. Угу.
А сейчас уже проблема, потому что заправки находятся очень далеко друг от друга. Ну да ладно. Пробуем. Но нам больше ничего не остается, кроме как просто жать в пол и постараться посетить последние три заправки. Так что, да. А, там прямая, так что сейчас мы разгонимся, топим. Просто все лошадиные силы выжмем из этой молочки. Так, давай. Вот прямая. Точно прямая? Прямая, конечно, прямая. Так что у нас проблем не должно быть, но, по крайней мере, я надеюсь на это, что полицейские не будут патрулировать эту улицу. Так. Военный грузовик как-то не вовремя-то. Все будет хорошо, все мы успеем обязательно, я верю в это. У нас не остается выбора. Так что мы еще должны три обязательно посетить. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, полицейские какие-то пофигисты, но это нам на руку, они сонные, ночь, понятное дело, они не хотят работать, они думают только о том, как быстрее. Домой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот больно! Ой. Так, ладно, к счастью, все-таки это живой. Здоровье у нас восстановилось, мы можем потом восстановить полностью здоровье, съев что-нибудь вкусное дома у Джо. Так. Что? Без паники, машина держит удар, это радует. Так, половину времени до полуночи прошла, спасибо, а то я не знал. Слушай, у меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь, они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом, усёк? Ясное дело, приятель. Строго между нами. Смотри у меня. Смотри у меня! Если разболтаешь. Так. Я не знаю, целесообразно, куда именно ехать. Так. Ну что ж, ладно, попробуем. Вот туда. У нас еще есть время, половина. Но ехать очень далеко. А машина не самая лучшая для погонь. Для того, чтобы быстро что-то сделать. Ладно. Так, GPS-навигатор вроде не шалит, вроде все правильно показывает, поэтому. Да хорош вы, уроды, ну почему? Ну вообще просто кошмар. Почему именно это со мной происходит? Так, ладно, нам ничего не стоит, кроме того, как скрыться. А скрываться, как я уже говорил, гораздо легче во второй части, нежели в первой, и поэтому у нас без проблем. Мы уходим от погони даже на таком ржавом корыте. Хотя, не-не-не-не, ты прекрасная ласточка, не подведи меня, пожалуйста, потому что это было бы очень печально. Я не хочу начинать все сначала, я этого не переживу. Так, все нормально. Лишнего. Так, отлично, нам еще осталось посетить одну заправку, и все у нас прекрасно будет. Так, четверть времени осталось, я думаю, что этого хватит. Заправка вроде как недалеко находится. Так, машина у нас, по-моему, не подводит, хотя если мы врежемся очень сильно, она может заглохнуть и не ехать больше, поэтому нужно аккуратно действовать. Так. Ой, полицейский, вы не вовремя. Так, потом погоняемся как-нибудь в следующий раз. Так, ну осталось еще чуть-чуть, вроде как поворотов там нет, прямая. И поэтому можно практически на расслабончике ехать с
слушать музыку, но слушать буду только я. Потому что если вы будете слушать и вы, то YouTube мне пригрозит пальчиком, а я этого не хочу, чтобы еще, не дай боже, мое видео забанили, и вы не смогли посмотреть, как я мучился с этими долбанными талонами. Ужасная миссия. Не люблю я такие, но в каждой прекрасной игре есть такие эпизоды, которые хочется пропустить при повторном прохождении. Опа! Ну, не заметил? Ладно. Так. Вот мы и приехали. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. Ну все, это последнее. По крайней мере, заработал. Поеду обратно. Фух! Ну что ж, мы выполнили все! Я не верю в это! Как это прекрасно осознавать. Так, теперь нужно доехать до дома Джо. И, собственно, на этом мы и закончим. Я, естественно, сброшу всю эту поездочку, потому что вы так насмотрелись вдоволь. И ничего интересного, естественно, в этом не было. Но, по крайней мере, мы успели и все сделали хорошо. Поэтому встретимся чуть-чуть попозже. Ну что, вот я доехал до старой доброй квартирки Джо. Фух, это было нелегко, но мы справились. И это самое главное. Я надеюсь, что нас наш дружище похвалит. Так, я опять, похоже, переборщил. Да, нужно запомнить, что он живет все-таки на третьем этаже, не на четвертом. Так. Я все по привычке. Иду, иду. Не задумываюсь. Так, что у нас тут? Журналы где-нибудь есть? Вроде как нет. Так, ладно, можно поесть. Так, пиво Штольц. Сэндвич. Да, сэндвич. Самое то будет. И отлично, у нас полное здоровье. Так. Вроде как журналов нет. Нужно было искать раньше тут. Ну, ладно. Ерунда какая. Не очень-то и хотелось. Так. В принципе, на этом можно и закончить. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч в новых интересных прохождениях игры «Мафия 2».